5 марта в Доме торжеств класса премиум кассы Сербатории компания «Медиа Шоу Групп» организовала презентацию открытия свадебного сезона. Мероприятие было разделено на две части и проходило в двух залах. В малом зале были представлены компании, предлагающие товары и услуги для организации свадеб. Мы подключили наших партнеров и друзей. То есть это свадебный салон, это бижутерия, это украшения, туристическое агентство, салоны красоты, прически, макияжи и многое другое. То есть автомобили, фото-видео, оформление. Все, что необходимо для организации свадьбы на качественном высоком уровне. То есть все самое лучшее, по нашему мнению. То есть партнеры, с которыми мы зачастую работаем, с людьми проверенными, в которых мы уверены, которых можем на самом деле посоветовать, порекомендовать молодоженам. Во второй части презентации посетители стали свидетелями шоу-программы, посвященной самому празднику – свадьбе. У нас идея такая, чтобы показать, что можно сделать даже из свадьбы что-то суперинтересное. Ушло то время, когда просто делались банальные выставки. Я думаю, что вот так нужно делать в дальнейшем. Для большей зрелищности шоу-программы компания «Медиа Шоу Групп» использовала различные технические спецэффекты. То, что видите сегодня в зале, да, то есть это не совсем, не до конца, скажем так, арсенал технический, да, или потенциал, да, технический нашей компании. Мы можем организовать или обеспечить техническое мероприятие любого вида, то есть любых масштабов. Мы обладаем, значит, профессиональной техникой звуковой, мы обладаем сценическим светом специальным, который его можно как бы и в театральных постановках использовать, и для шоу, и так далее. Есть тяжелый дым, такой эффект, особенно там на первый танец жениха и невесты используют, часто очень нравится. Естественно, конфетти и много там разных еще эффектов. Эффекты, которые можно было увидеть непосредственно на шоу, подчеркнули высокий уровень организации мероприятия, которое произвело на гостей положительное впечатление. Это прекрасно, что они устраивают вот такие шоу, потому что невеста, она должна быть красивой. Это незабываемый день в их жизни. И поэтому тут находится все, и платье, и кольца, и туфли, то есть все необходимое для одной очень красивой невесты. То есть они хотят себе сделать самый прекрасный, самый красивый праздник на всю оставшуюся жизнь. Очень все понравилось, все замечательно. Познавательно, много чего не знали, то много чего подсказал. И много чем воспользуемся. Мы решили этой осенью сделать свадьбу и пришли на презентацию посмотреть. Если нам понравится, можно что-то выбрать из этого. Женщина по-любому, она больше подготовлена ко всему. Мужчину лучше сюда привести, чтобы он это увидел. Он более эмоционально к этому быстрее готовится, чем в повседневной жизни, где-нибудь в другом месте ему это говорить. Когда он видит, он быстрее подготавливается ко всему.